продолжаю экспериментировать с материалами. Вот это мне были такой железный держатель, часть трансформатора. Вот это я сделал алюминиевая. Но железная показала, что максимальный ток можно получить с катушек 2,4 ампера, а такой 1,7 всего ампера. Но самый лучший вариант — это вот такое трансформаторное железо, сделано из пластинок. Но оказалось то, что когда я сделал, они довольно-таки мягко вот. Поэтому сейчас хочу заклеить. Кстати, взял я это все вот с такого железа. Вот часть такая получается. Разрезал ее пополам и сделал два таких крепежа. Вот один и второй. Просверлил отверстия тоже. Ну, чтобы они более жесткими были, нужно попробовать эпоксидкой проклеить эти пластины все, высушить и посмотреть, что будет. Вот такой эксперимент. Склеил уже. Стало намного жестче вообще теперь. Жесткая такая. Как будто железяка. Вот, что здесь жесткость, что здесь одинаково. Я одну уже обработал, поставил на велосипед. Вот уже стоит. Теперь сейчас покручу, посмотрим результат. Ну, какой вывод? Вывод, что трансформатор железа, конечно же, лучше. Немножко ток чуть-чуть выше, где-то 2,5 ампера. Ну, на 100 миллиампер все разница. Но проще изготавливать железо, хотя немножко есть и меньше ток. Поэтому все-таки останавливаюсь на такой вот. Первый крепеж я сделал вот такой вот, чисто металлический. Но этот металл, он является тоже проводником магнитного поля. Поэтому может как-то мешать двум катушкам. Для эксперимента я задумал новый такой крепеж. Новый такой крепеж, который будет сделан с алюминия. Кстати, я уже его сделал. Вот он. Что интересно, я тут придумал, чтобы в постоянном зацеплении с магнитами не были вот эти катушки, ну, когда не нужно, чтобы не создавали сопротивление колесу, движению. Я сделал такие вот пазы. Тут поставлю барашку такую, чтобы легко было откручивать. То есть открутил, отодвинул, прикрутил. Открутил, отодвинул, прикрутил. И все. И не будет мешать движению. То есть такой будет свободный холостой ход. Вот так. Что получится, смотрите дальше.